А вы считаете, что Шагал как живописец, это французский художник, еврейский художник, это белорусский? Эта тема поставлена в спектакле, да, автором и через это, потому что его представляют, конечно, как французского художника. Угу. А ему трудно с этим согласиться. А доказать обратное тоже трудно. Угу. Сказать, а я рисовал Гоголя, не в этом дело. Угу. А я рисовал наше местечко еврейское, а я рисовал... Да, 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 но это не доказательство, потому что он расписал столько храмов протестантских, католических, столько гигантских пространств, стен, потолков в самых главных зданиях мира. Поэтому это определить нельзя. А вот его поиск того, кто же я, откуда я взялся, непонятно. Я могу его сопоставить только с одним человеком в том веке, столь же великим, уже более знакомым мне, Бродским. Человек без учителей, ставший мировой фигурой в культуре. Также Шагал, без учителей. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».